Всем привет, дорогие россияне, я Антон Скальд. Короче, сейчас я буду играть. Попытаюсь рифм из этого. Всем привет, с вами Убер Маргинал. Я не чмо. Короче, смотрите, какая кровать незаправленная. Явно чмо. Оригинал. Это Куколд Гарик тут. С моей женой. С моей мамой и женой кувыркался. Куколд Гарик. Представляешь, до чего дошел прогресс. Короче, ладно. Я не принимал транквилизатор или... Я не помню. Нет, я не принимал транквилизатор, кстати. Так, сейчас принесу повыше, чтобы поставить. Я принял растворимый кофе, как Жак Фреско, как Жан-Клод Ван Дам, как этот Джапан Ваван Джапан. Джапан Ваван. Вот же он как жестоко может со мной обойтись, если увидит меня. Пожалуйста, Ван Джапан, не бей меня ударом Минчуни, я ничего плохого про тебя не делал. Я просто смеялся над тем, что ты сказал, что ты русский до мозга костей русский, блин, это же просто реально смешно. Это любой человек, такое смешно должно быть, кто в здравом уме. О, что-то... Никто на это внимание, кроме меня, не обратил, наверное. Ну, потому что россияне. Я же поприветствовал вас изначально. Всем привет, россияне. Ван Джапан, он русский до мозга костей. Да ё-моё, как же это сделать? Это капец. Ну, пожалуйста. Так. Тут вообще этим что-то... А, вот, поярче сделал. Вот это офигенное звучание. Ничего не отложится. Офигенно. Как же мне узнать, как это он играет? У него такая же, кстати, здесь гитарка. С такой, ну... Блин, да у него такая же гитара, как у меня! Полностью выглядит, как у меня, и с такими же треугольными вот этими фиговинами. Нифига себе. Вот это жесть. Так, что там? Как понять-то? Что он зажимает? Так, если это здесь, его рука здесь. Так. Палец здесь. Средний палец он вообще не держит. Безымянный здесь. Еще программу надо настроить. Сейчас я открою, сейчас будет шипеть. Yeah! За окном кричит дитя. Yeah! Fuck yeah! Видишь, кофе и флуоксетин нормально действуют на меня. Я ощущаю тоску по своей девушке. То есть главная депрессия у меня из-за безответной влюбленности. Я никогда пикап это так и не читал. В то время мне неинтересно это все. И у меня дефицит внимания. Ну блин. Ну пожалуйста. А-а-а.
Пожалуйста. Держись, братан. Давай за жизнь. За жизнь давай, братан. Давай за жизнь, братан. Держись. Антон, ну что ты мне дал за... провод, а? Я тебе скрипку свою дал. Правда, она тоже настроена. Но у тебя провод, да? Кошмар! Антон! Чё ты? Ленивчик. Что ты сделал со мной? Ты можешь довести меня до суицида таким образом? Ой, никого не призываю. Давай! Прекращай! Блин, я не могу! Не могу сосредоточиться, она шипит. Я поставил специально на стул, и она из-за этого шипит еще. Что делать? Поставить на пол? Это будет хреново. На полу держать, это неудобно. Тогда мне придется так спуститься. Снимать придется. Да ё-моё, нельзя вообще ничего тронуть тут лишнего. Давай будем вот так снимать. Всем привет, с вами... Кто там? С вами ватадмин или кто там? Короче, хрен знает кто. Мне надоело. До сих пор не могу прийти в себя с ютуба. На картах я сижу как гопник. На картах я сидел все время, когда рисовал, причем четко, пятками. Только я рисовал все это время. Так что гопники должны респект мне давать за умение сидеть на картах. Так, какой же он здесь строгает? Так. Кажись, указательный палец у него где-то здесь, допустим. Средний палец здесь, безымянный здесь. А этот палец здесь, что ли? Блин, я не могу по видео понять. Играй видео, чё, когда это включено, не можешь, что ли, играть? Ну, хреново. Скип лайки. Это плохо. Блин, какая-то дичь, он не может играть. Воспроизводить не может. Точнее, он воспроизводит без звука. И без видео. Он вообще не воспроизводит. Ну капец. Ну ладно. По-моему, он вообще вот здесь палец держит. А безымянный вот здесь. А этот...
Ну-ка, блин. Не, фигня. Ну? Хэви клин. Чё не включается? Не, не подходит. Клин не подходит. Ладно, хэви. Ладно, короче, сейчас клин. Будет бритиш клин. Чего это не значит? Не-не-не. Все, выбираю. Работает? Да, работает. Сейчас попробую там найти одно место. Так. Где же он тут зажимает? Тут фиг поймешь. Короче, вот здесь, ну, он левша, походу. Короче, вот здесь он зажимает. А, нет. Вот здесь он зажимает какой-то из этих. Ну, допустим, вот эту. Я фиг знает. Здесь он кто-то играет. А как играет-то он здесь? Как он пальцами играет здесь? Он зажимает... Блин, я не знаю, что делать. Не могу даже это повторить. Я был там. Ну и что? Сходил ты на почту? Получил письмо? Получил. Что ты орешь? Что там сказано? Не ори. Я не ору. Что там сказано? Ты как-то злобная. Там отписка по поводу налоговой. Что? Что-то там, короче, бюрократическое. Ну, что-то там фигню какую-то написали мне. Там даже никто не работает налоговой сейчас. Ну, в смысле, они что написали, что пока не заработает налоговая? Можешь посмотреть. Давай. Вот, тут письмо. Ай, капец, ничего не выходит, ничего не умею. В смысле, они не пишут, когда они откроются. Да они вообще, хрен знает, там не написано, когда откроются. Как произведение Франц Кафки. Порядок получения свидетельства постановки на учет налоговый орган. И далее свидетельство, если всего утраты порчи. При повторном свидетельстве лица постановки на учет налоговый орган дали а также, если физическое лицо ранее уже участвовало в постановке на учет налогов, то оно было утеряно, либо испорчено, необходимо заявление предложить квитанцию в утрате плате государственной пошлины в размере 300 рублей на повторную выдачу свидетельства постановки на учет налогового органа. Реквизиты платежных документов, данные реквизиты актуальны при условии, что заявление о постановке на учет будет подтверждено. Подавать непосредственно налоговые органы Красноярского края.
Короче, непонятно, да? Назначение платежа. Государственная пошлина за повторную выдачу связи с постановки на учет. Стоп, раз, два. Тут две. Тебе надо заплатить 300 рублей. Госпошлину. Повторное заявление о постановке на учет может быть направлено на налоговый орган по почте уведомления о вручении. При этом заявление о постановке на учет должно быть приложено заверенное и установленное в порядке копия документа, удостоверяющегося физическое лицо, подтверждающее регистрацию. Также к заявлению о постановке на учет приложить финансовую выплату на 300 рублей. Если вам необходимо, чтобы свидетельство было направлено по почте на адрес, фактическое место жительства, вам следует вышибать на заявление заполнить свои сведения об адресе здесь физическим лицом, проживающим не по адресу места жительства пребывания. Дополнительно сообщаю о том, что подать заявление о постановке на учет вы можете в информационном центре ФЦ, а также после снятия с Красноярского края ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией, заявление о постановке на учет может быть подано в любом налоговом органе физическим лицом лично, либо направлено налоговый орган с помощью интернет-сервиса на подачу заявления физического лица. Так, физическое лицо для получения свидетельства заполняется в электронном виде неподъявления раздела онлайн-заявления. При регистрации заявления требуется регистрационное номер подтверждения, либо сообщить при посещении налогового органа по условию работы сервиса физического лица, получая свидетельство при личном посещении налогового органа, в котором оно предоставляет представление выше указанного комплекта документов физическое лицо, обратившись в налоговый орган после окончания срока сообщения при подаче онлайн-заявления, не обслуживается в рамках данной услуги. Ну, в общем, тебе надо заплатить 300 рублей в госпошлину. Тебе перевели деньги снова на карту? Да? Нет. Почему? А где ты взял 300 рублей за то, чтобы заплатить за интернет? Владимир перевел мне на для картины, чтобы я купил акриловую краску. Сколько он перевел тебе? Немножко. Ну сколько? Нету денег, я говорю. Ну скажи, сколько перевел? Йогурт купил. Сколько перевел? Я не помню, 1000, что ли. И что, ты всю ее съел? Нет. Сколько у тебя осталось? Да я не хочу с тобой в таком тоне разговаривать, ты меня унижаешь постоянно. Если я тебя унижаю, что ж ты тогда здесь сидишь? Потому что я играю на гитаре, блин. Ну так иди там, играй у себя. Там дуба. А здесь не дубак? Здесь не дубак. Там вообще дубак. Thank you.
песня просто все это. Я не расстроен еще, да, еще. Есть. Сейчас. Вот. Вот. Это получается мое зарядное устройство. Ты так уханькал уже, уделал, как бог черепаха. Ну что, оно черное уже, все вместо белого. Ой, чего такая злая? Ну потому что мама, Саша, мама работает, и на работе меня достают так, что не приведи Господи никому. Что ты думаешь, просто так маме даются деньги? Да за то, чтобы ты жил хорошо здесь, не жрал, пил, ел и спал, и ничего не делал? Да, я ничего. Ну я не вижу от тебя помощи никакой, финансовой. Да, блин, нифига себе, столько денег взяла у меня еще, чтобы... Это нормально. Там такой дубак. Вот уволят меня, все, я здесь тебе терпеть не собираюсь.
И жить мы с тобой будем по-другому совершенно. Понятно? Имей совесть, тебе 30 с лишним лет, ты ни хрена нигде не работаешь. И не приносишь мне финансовое обеспечение, а ты меня должен обеспечивать уже. Я тебе наоборот стал давать денег. Что ты мне даешь денег? Ты платишь за свою квартиру? Ты ипотеку платишь? Я нахер продам эту квартиру, а там не живешь. Все, и все, и пошел ты нахер отсюда, и выгоню тебя отсюда. Блин. Марш отсюда, уходи. Чтобы я тебя больше не видела здесь. Как будто мне легко даются эти деньги, зарабатывание. Он, видите, не может, ему тяжело с людьми, а маме можно, на маме можно ездить, свесив ноги. Я помыл посуду, все там убрал, и не езжу. Саша, ты меня должен обеспечивать, ты должен себе зарабатывать на квартиру деньги и сам оплачивать все свои счета. Ну так собирайся и уходи туда, и живи там. Там дубак, я там... Саша, буду. Ты мне здесь не нужен. Сейчас я уйду. Еще вопит на меня, что я что-то ему там не то сделала, не так подошла, не так сказала. Все, собирайся, я сказала, чтобы твоего духу здесь больше не было. Ты что хочешь меня, чтобы в гроб погнать? Ну, вгоняй. Потом я не знаю, что ты будешь делать. Блин, пипец. С этими долгами. За квартиру надо платить, за эту, за ту. Я 20 тысяч выкладываю каждый месяц. Давай я тебе все деньги у меня есть на карточке переведу. Деньги мне даешь, ты мне все деньги, которые у меня на карточке все вытащил. Давай я переведу. Переведи. Все, что есть у меня. Вот и переведи. А то он деньги мне дают. Какие деньги? Давай все, что есть у меня, тебе переведу. Вот и переводи. Успокойся. А то йогурты, где он кормится йогуртами. Нашел, чем кормиться. Мать здесь, извини меня, последние силы вкладывает, зарабатывает копейку, а он на йогурты тратит. Детство у него в жопе заиграло. Я не трачу больше на йогурты. Иди работай, зарабатывай на себя и на свое жилье, и все, и отвали от меня больше, не приходи. Хорошо, я понял. Совсем уж обнаглел. Я должна терпеть это все, издевательство это все, над собою. Давай я сейчас тебе переведу все свои средства, где вот и переводи, а то обещаешь только. Ты мне купи то, купи все мне, фотоаппарат. Так я рисую вон и занимаюсь. Саша, слушай, я вот... реально от тебя ни копейки не вижу. Да не я вижу. Тебе постоянно сколько перевожу. Давай а тебе сколько сейчас... я потрачу на тебя? Сколько хорошо, я тебя трачу? Хорошо, сейчас тебе переведу, давай. Так. Винг, баланс. Давай я тебе сейчас переведу, если у меня есть тут 856 рублей. Вот и переводи. Сейчас, подожди. Давай. А ты только обещал. Я тебе переведу сейчас. Буду переводить. Прими, пожалуйста, только при условии, прими, пожалуйста, вместе со мной вот эту таблетку, она сладкая, она рассасывает. Саша, я не буду таблетки принимать, мне надо поесть и успокоиться. Все, ты уйдешь, я успокоюсь, иди, я спать буду. Она во рту рассасывается. Отстань, чтобы таким же быть, как ты, идиотом. Нет. Все, забывай на каждом ходу. Да нет, я нашел. Саша, я сказала, иди работай. Давай все, вот иди работай, я зарабатывай, я можешь петь. Короче, там запейся тогда, что угодно. Я пойду работать прямо сейчас. Только выпей, пожалуйста, одну таблетку. Я сказала, я не буду пить твои таблетки. Она просто во рту рассасывается. Я сказала, я не буду ничего пить. Ты слышишь меня? Хорошо, тогда я не пойду никуда.
Я тебе предлагаю таблетка нормальная, ага, врачом выписанная, это не наркотики. Я вижу, что там нормальная. Ты нашел свою эту сим-карту? Нашел. Где ты ее нашел? У себя дома, на столе. Вот именно. Я тебе сразу сказала, что иди к себе и там все ищи. И нечего здесь шарахаться. Я вымыл посуду. Там стоит. Иди ты нахер. Где ты что-то вымыл? Вымыл посуду, ага. Уж бы не врал хоть. Забрался уже, совсем забрался. Я вымыл посуду, что ты на меня гонишь? Ты просто гонишь. Я ее вымыл. В своей фантазии, в своем сне. Я даже видео заснял, как вымыл посуду. Таблетку, и ты успокоишься просто, у тебя психоз. Не надо успокаиваться, я хочу, чтобы ты начал действовать, работать, двигаться сам. Так ты мешаешь мне тем, что ты орешь на меня. А как еще тебя сдвинуть с места? С тебя больше по-хорошему ты не понимаешь вообще ничего. Блин, по-хорошему я... Вот раз я тебе говорила,
Ай, короче, невозможно. У тебя истерика началась просто. У тебя просто истеричность началась. Болезнь истеричность называется. Иди поработай, я посмотрю на тебя, что из тебя будет. Я пойду поработаю. Вот и иди поработай. Хоть что-то сделай для себя сам. Болезнь по названию истеричность. Устроился хорошо очень, комфортабельно. А ты просто истеричный у тебя. Когда я работал, ты тоже истерично орал на меня так же. Не имеет значения. Вот что ты не понимаешь. Короче, перевел ей 800 рублей, 856, все свои последние деньги. Разряжается телефон.
Я уйду. Отставит меня. Я выйду в одном, чтобы не кричала. От нее нет сомнений. Уйди от меня. Просто почувствуешь себя спокойнее. Уйди от меня, и так успокойся. Поем и успокойся. Мне нужны твои таблетки. Ты скоро наркотики будешь принимать, и меня заставишь колоться. Нет, уйди отсюда. Не спросишь глаз моих. Просто у тебя психоз, тебе нужно принять. Ты иди поработай в моем коллективе, где я работаю. Вот. Отстань от меня, я попрошу, а иначе я тебе сейчас ударю. Еще ты к нам уж давай, что-то домой к себе отдохнуть, а он мне забудет здесь, свои таблетки в школе, значит, мне цепляет. Пиздец. В коллективе и хреново, понимаю. Жаль, конечно. Буду рисовать сейчас для шаурмечной тренироваться. Логотипы.